Сегодняшний свой рассказ Александр Соломонович решил посвятить генетической восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Иммунный ответ, он всегда целесообразен. Нет смысла искать в случае инфекции какого-то там неэффективного иммунного ответа. Он весь давно отобрался, он весь давно служит тому, чтобы защищать. Есть такой стереотип. Если что-то попало внутрь организма, надо его прежде всего съесть. Вот возник фагоцитоз, и прекрасно. Потом еще и фагоциты дифференцировались. Это когда Владов удивлялся беспристрастности Пушкина, у которого, так сказать, луна и жертва, и хищник. Это вот три компонента, которые, так сказать, равны между собой. Если каверна открывается в бронх, то кашель вынесет микобактерии наружу, и новые хозяева... Как это и было в 50-е. И как это будет. И будет.